захватываешь белильце и полностью избавляешься от белого. То есть слякотью белил наполнить пол. Когда ты его наполнишь? Саша, очень недомытые кисти. Когда ты его наполнишь? Ты сделаешь мастихином вот так. Придавишь все это к толсту. А вот этот лишний снег? Не-не-не, пускай живет. Угу. Придавишь. Он тебе как раз гарантирует, что ты на верном пути. То есть то, что ты как бы некий слой краски все-таки положил. То есть это не пустой слой. Потом берешь тряпочку. Берешь из нее, делаешь розочку. Берешь много розового, чуть-чуть можно с сининкой, и начинаешь утыкивать с белинкой, с сининкой, начинаешь утыкивать вот этим множеством весь холст. Естественно, вот сюда бы он не зашел красиво, да. А сюда он вписывается в среду, да, и мы сразу получаем эффект множества уместный. Потом также подложим и зелененький, и травяной вот этот цвет. То же самое. Розочкой. Да. Вот поверх уже красный. Но только не только макаешь, но чуть-чуть подмазываешь в мазок. А потом еще будем и так, и всякий бряк. Хорошо? Хорошо. Какой был в этом смысл? А вот он остался. Да. Да. Значит, плюс коричневый к розовому, плюс желтый. Будут более сложные цветики. Более сложные. Нашвыряешь более плотно, более сложно. Ты видишь, коричневый хорошо помигивает, да? Более тепло. Ну, ты же хотя бы сейчас не буду, в белый уже не лезь. Накидаешь, накидаешь. Немножко. Стволы поставишь по такой схеме. Вот по такой схеме. Вот по такой. Подбирая коричневый, розовый. Тряпкой. Да, пока тряпкой. О, смотри, как уже стоял. Вот эти вещи продолжишь наполнять, в том числе и более чистенькими цветиками. То есть разбелы. Разбелы розового. Белил тоже тебе. А вот они. Ага. Давай. Вот такой цвет. Вот такой. Это слишком бело. А вот он. Тот же розовый, только не в пользу белил, как ты положил, а в пользу розовил. Уже так погуще. Да, вот оно, вот оно, вот оно. Есть нарочитая лежачка вдали. Да. Вот прямо такая полосявость. И вот там вот как бы горизонт. Создать, да, эту полосявость. Вдали. Метки, первые метки, да? Признаки горизонта. Вот оно. Потом мы дополним белизны, которые там несколько оранжевят. Дополним. Вот. Чуть выше середины. Да. Вот они. Ага. Чвякательно-макательно дополним. А вот как сначала вот это вот, да, вот тут положить, а потом сверху на него вот это вот цвет уже положить, да? Вот смотри, вот прямо вторгаюсь, вторгаюсь и создаю идею множества. То есть немножко чиркаю, немножко чвякаю. Чиркательно, чвякательно. Свет, свет, да? И лежачку, фактуристую лежачку, да, там же много этих растений.
Здесь создашь такое. Вытерла и навязала пустоватое. Сначала штрихом, вот так штрихом перемалывая. А потом в это загонишь раздавленные белила, они засияют. Засияли? Засияли. Именно раздавленные белила сияют. Они могут быть одинаковой тональности, но это будет темнее за счет тенечек, а то будет откровенно сиятельно. Хороший ход? Хороший. А вот как вот эту дымчатость? Ну вот дымчатость. Вот дым. Не, вот это, да. А там как бы через нее что-то еще просвечивается. Вот оно. Вот они там просвечивающиеся какие-то стволики. Потому что это светлее. У тебя же подкладка есть. Вот они, стволики. А, все, ты понимаешь? Я поняла. Посмотри, дальний план. Да, поняла. Но ты сначала натираешь туда белила, а потом кладешь раздавленные. То есть получается вот это как бы световое пятно, если, да? Да. То я его полностью натираю, а потом уже туда накладываю. Да. А потом выгрызаешь. Зеленый можешь, пока не трогай. Можешь даже подтереть, если что. Ну, чтобы легче было белило загнать. Зеленый пока не трогай. Не надо зеленый пока. Здесь... желательно с желтотой. Вот тут, в смысле, цветы. Сейчас, на тебе красный. Да. Он, этот белый, ни в коем случае не должен соревноваться с этим белым. А он сильно соревнуется. Мастихином немножко дополнишь деревья содержанием такого рода. Вот таким глянцем укладки. Глянцем и користостью. Ты видишь, да? Прямо кора сама рисуется. Просто от протягивание плоскостью мастихина, протягивая плоскостью укладки. Так. И вот знаете, что у меня никак не получается? Вот этот вот переход, вот эти полоски, никогда вот тут мазя уже получилась из краски. Я ее не получаю. Значит, с легкой зеленцой сначала ты берешь коричневый желтый, потом легкую зеленцу и прибавляешь сюда мигание зеленого, больше темного коричневый, голубой в пользу коричневого, будут более темные. Вот таким маканием создашь лиственное звучание этих пятен. Цветочки. Внизу или наверху? Внизу. Угу. Цветочки, запятыми. В том числе, угу, вот такими запятыми начнешь укладывать. То есть более густотой, да? То более, да. Причем не сплошь. У тебя частично останется и слой, который был, который ты до этого подложил. Но с запятыми придут цветочные проявления. Вот они. Вот они. Старайся не квадратно-гнездовым способом, а старайся везде понакидать и того, и сего. Чтобы вот за что-то можно было опираться, на что-то. То есть не в одном каком-то участке действуя, а сразу по всей плоскости набирай вот этих вот густот. Деревца у нас и коричневый, и разбел оранжевого. Вот такой цвет. Вот они. Да. Эффектные, красивые. А вот там
между деревьев тут свет проглядывает. Это потом белым просто поставить, прорисовать. И заслонить. Класс, да? И дело косой характер. Сама укладка хорошая, но косой характер не доглядела. Деревья у тебя должны быть на разном расстоянии. Пока они на одном расстоянии. Этот дальше. Этот еще дальше. А, ну вот она, аллея же, да. И тогда все, да, станет на свои места. Логично, да? Темненький снизу. Где-то там темненький. Ну тут несколько деревьев, вот как, ага. Вот как можно их разделить, чтобы визуализация создавать? Еще их уменьшить, да, вот так вот туда? Да, минимум. Угу. Максимум. Сейчас. Обращаем внимание на то, что снизу все они чуть-чуть темнее. С расширением живут. Бледнеет вдали. Заслоняется, бледнеет. Да? Вот она, ступенчатость ухода произошла. Хорошие звучики. Да? Да. Чуть-чуть, может быть, сбить откровенные чашечки. Ага. То есть чуть-чуть потоптать. А зелени хватит? Ну, вроде хватит. Так. Немножечко зелененького в небочек, в эти места. И такого зелененького, и сякого. Да, ну тут как бы уже на деревья там начинают нависать. И даже темненького, зелененького. Чуть на деревья наваливается это, тоже заслоняя. Даже иногда можно приврать, чтобы было правдоподобней. Так, чуть пониже, хорошо? Деревце. Чуть-чуть пониже. Вот. А вот смотрите, вот тут вот рельеф прямо в дереве есть, такой, как бы вот такой закручивающийся. Вот как кисточка вот так вот, да? Вот так. Тык-тык-тык, как вы делаете. А вот, ну вот видите, как древесина. Ну, нет, можно мастихином. А, то есть он тоже вот, да? Вот по такой траектории какой-то. Коричневый. Закруглить. Уже нет. А уже нет. Ну, вот. Съелся, да? А вот.
Ну вот так вот что-то вот такое сделать. Закруг... Ну как здесь вот это закругление. Ну, то потом есть потом так можно оставить. Кистью, да. Ага. Потом можно было бы и кистью чуть-чуть дополнить, если там есть ради чего. Это за счет количества краски получается. Угу. Ага. Чуть-чуть и так можно поступить. Тоже, да, стволовидно. Ну давай. Ну и вот наверху только тряпки. А, да, вот эти вдали, быть. Вдали вот эти деревца. Чуть-чуть царапочками посоздавать. Если что, вспомоть чуть-чуть вот этим пятнам. Ну, значит, пальцем чуть-чуть подтащишь туда тональность такую бледную. Хорошо? Дымка. Вру, там немножко иначе, но это же прикольно, вот ствол. Конечно, прикольно. То есть, смотри, я делаю что? Я в некоторых местах светлый заслонил темный, да? Да. Да вот я тоже так хотела, но не получилось. А в некоторых местах наоборот. Темный заслонил светлый. Так. Ну, здесь ты почему-то остановилась. Я не дошла еще до туда. Угу. Пальчиком так же, как и здесь. Угу. А что-то тут ничего не понятно получилось, да? Или надо как-то вот, чтобы непонятно было? Ну, практически так, да. Ты можешь там кистью немножко пошерудить. Чуть-чуть стволики какие-то обозначить. Ну да, вот так вот, да. К низу чуть темнее, кверху чуть светлее. Вот здесь у меня вот так, а здесь.
Вы помнишь, здесь мы хулиганцы эти? А, ее не было. Ну вот я тут нахулиганил, теперь ты чуть-чуть. Вот, вот тебе место похулиганить. Потренировать хулиганство. Если это так, то я. Ну и так тоже. И отраженности, и пересеченности. Такая вот озерце эллипсовидное, да? Вот, вот я ее никак не могу изобразить. Смотри, вот я даже именно эллипсовидно его сюда. Да. Положу. Вроде полоску проводишь, она как-то неестественно лежит, как будто полоска. То есть я в некое целое немножко собрал, да? Нет, ну там вообще. Понимаете, даже не будет почему-то Санкт-Петербург у вас весы там или наоборот, вообще. Вот такие делать не надо. Так, хорошо. Вот такие. Вот такие. Но не. Перебьешь их. Там нет такого принципиального звучания тенистого от дерева. Но я сознательно сейчас создаю как бы несколько упавшую тень. Ну, мы так привычно различаем деревья, поэтому, чтобы не путать зрителя. Чуть-чуть идею торчачих можно подсунуть. Ну, цветков, которые торчат. Прям поставить на ребрышко. Брать на кончичек и немножечко идею торчачих. Чуть-чуть. Согласна, да, немножко интереснее. Ну становится. Да, да. Так, значит, поправишь вот эти вещи чуть-чуть. Кистью ли, мастихином ли. Вот эти штуковины поправлю. Обязательно уничтожишь. Ну, здесь какую-нибудь козявку будем рисовать? Нет, козявку не будем. А вот вверх, вот смотрите, здесь тоже вроде как цветы подобные. Точно, пардон. Я сейчас так увлекся этим. Да. Хотя то, что они разные по затее,
Может быть, чуть-чуть так не сильно. Может быть, да. И немножко длинных веточек. Да, вот веточек, тоненьких, да, да, да. Тоненьких, кисточка чуть-чуть. Вот так вот, да? Вот. Да. Может быть, тогда не кисть, не это самое, не мастихином эти листья, вернее, эти растения наверху, а кистью, чтобы они все-таки отличались. Чуть-чуть. А потом поверх цветов получается, да, веточки рисовать? Ну, сначала веточки, да. Да, потом прямо густо тоже будешь брать, замешаешь достаточно краски, чтобы, чтобы сбрасывать а-ля цветок. Кучкой так, да? Ну, не веточки? Переборщить. А веточки? Тоненько, просто покажите, тоненькой кисточкой. Вот это? Ну, еще там. Допустим, можно и этой. Просто сделать, ну да, лучше найти другое. Вот такое что-то там. Вот такое. Хорошо? Вон там есть тоненькие. Да. Ставишь, чтобы она стала тоненькая. И ребрышком потянула. Ребрышечком. А можно и снизу вверх, и сверху вниз, да? Ага. А, ну так попробую. Спасибо. Да, вот деревья сейчас они попушнее будут. Густота. Да. Слишком оно активно. И слишком одинокие прямо цветки, сгустки. Нет, немножко все это мутно, рябо, бледно. Согласна, да? О, конечно, согласна. Я чувствую, что это не то, а что и про это не могу. Вот эти вот у меня еще вот эти вот получились какие-то дурацкие, да? Да, немножко. Так, ну что тут такое? По-моему. А сюда не надо как-нибудь вот так еще, да? Вот так вот, так. Чтобы этот свет не был случайным, я его и здесь чуть-чуть, да, поддержал, и здесь. Где ты хотела? Вот здесь, вот такую же, вот, горизонтальную. Что-то, по-моему, все хорошо. Да? Хорошо? Да. А, вот так вот. Ага. И вот еще, знаете, что у меня в таком моменте? Вот эти вот уголочки, они здесь вот, да? Вот получается. Нормально или да. Немножко не, нормально? Колесо, да? Очень хорошо. Ну, в общем, все, да? Да. Пир! Спасибо.